В Казани простились с начальником управления Федеральной службы безопасности России по Татарстану Александром Антоновым. Он погиб в авиакатастрофе 17 ноября. Почтить память генерал-лейтенанта пришли президент Татарстана Рустам Миниханов, государственный советник Митимир Шаймиев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, премьер-министр Эльдар Халиков, руководители республиканских министерств, ведомств, сотрудники УФСБ по республике. За 29 лет работы Александр Антонов прошел все ступени служебной лестницы, от оперативного работника до заместителя руководителя управления по Липецкой области. А с 2011-го он занимал должность начальника Татарстанского управления ведомства.